Всех приветствую на своем канале, добро пожаловать. Из начала видео вы уже поняли, что наконец-таки к нам пришли ставить межкомнатную дверь. Конечно же, мы ее подождали несколько дней, планы менялись, сдвигались. Наконец-таки настал тот день, когда пришли все-таки устанавливать. Немного расскажу предысторию, как это все было. Вот смеялась, вот вообще смех и грех. В общем-то, я была дома, мне нужно было идти в ночь на работу. Мы с мамой, со Светой, с утреца все благополучно спим. Утром, значит, все, кто куда разбежался, кому в колледж, школа, там, работа, да. А я телефон возле своей головы, возле подушки положила, думаю, ну, мало ли, будут с магазина звонить, а то, может быть, опять планы изменятся. Думаю, что будут звонить, чтобы я услышала, сразу ответила. Ну и ладно, и спим себе. 20 минут 10 утра, звонок, как вы думаете, куда? Конечно же, не в телефон, а в домофон уже. Я подрываюсь, поднимаю трубку домофона, мне говорят, здравствуйте, двери. Я как оглашенная, боже мой, девочка, это надо было видеть. Я вот, знаете, сразу вспомнила фильм «Москва слезам не верит», когда они там быстренько убирали это диван, да, тут собирали постельное белье, складывали диван и сели, как будто бы просто телевизор смотрит. Это было реально про меня. То есть я подорвалась, думаю, дверь ему открыла, домофон-то открыла, сама понимая, что у меня есть буквально минуты 3-4, пока он поднимется на второй этаж. Ну, то есть не то, что так долго будет подниматься, а то, что он пока будет заносить все инструменты свои, там, чемоданчики, сумки с инструментом. Также стройматериал, двери сами. То у меня вот немножечко, я выкрою этим время. Как, короче, в общем-то, в эту просто, давай все подушки, одеяло, все скидывать. Сама в ночнушке, волосы дыбом. Ну, девочки, я спала. Честно говоря, не ожидала. Не ждала в такую рань, как говорится. Я, короче, это все закинула, забежала в комнату, закинула это все в шифоньер. Кричу, мама, вставай, двери приехали ставить. Мама тоже самое подрывается, Света подрывается. Я говорю, бегом, все убираем. Конечно же, у нас ничего не готово. В плане того, что мы еще даже не подняли палас. То есть не понакрывали там телевизор, там что-то еще. Там. Ну, все равно какая-то подготовка должна быть. В комнате нужно было убрать постель. Раскладушка у нас тут стоит, так как у меня сейчас гости, все не умещаемся, да. То есть нужно было это все свернуть, накрыть, убрать, в общем-то, подготовить пространство к тому, чтобы уже меняли дверь. В общем-то, летали, летали. Я говорю, вот ну надо же так. Я-то думала, мне позвонят с магазина и скажут. Сейчас к вам приедет, там или в течение там полчаса к вам приедет мастер, который будет устанавливать вам дверь. Но нет, девочки, все получилось совершенно по-другому, все получилось иначе. В общем-то, пока он поднимается, я уже даже и хвост расчесала, успела, собрала. Правда, одеться не успела, на ночнушку халат просто накинула, встретила его. Пока он тут расставлял, в общем-то, свои запчасти, свои сумки, разгребал это все дело, я тем временем спылила, так сказать, в ванну и более-менее привела себя в порядок. Так что, девочки, вот такая вот у меня предыстория наших дверей. Насмеялась вообще, говорю, вот фильм сразу мне «Москва слезам не верит». Это было про меня. Смех и грех. Сейчас я вот, девочки, вам показываю, какой вот бардак-кавардак у меня, конечно же, происходил весь этот день. Он как-то долго ставил очень двери. Но я ничего против не скажу. Это тот же самый мужчина, который нам менял дверь на кухне. Что он делает долго, но он делает достаточно качественно, все конкретно, так все точно, все ровненько. Он 7 раз бегает туда-сюда, отмеряет, перемеряет, высчитывает, чертит карандашком, отпиливает. Ага, мало отпилил, опять отпиливает. В общем-то, все качественно, достаточно тонко, утонченно все делает. Ну и что, что долго? Ну, в одном был плюс, девочки, в том, что я была в ночь на работу. Я 6:30 благополучно свистанула на работу, а семья вся моя осталась дома. Им пришлось разгребать этот весь бардак-кавардак, потому что спать в таком бардаке было невыносимо, невозможно. Им пришлось все это дело убирать. Ну, вот так вот, девочки. Делали нам дверь в первый день, а зальний вот проем, вот это вот облагораживание как раз-таки,
Это уже он пришел на следующий день с утра. Получается, в 9 утра и где-то в 12 он закончил. То есть одно облагораживание у него заняло 3 часа работы. Но, как я сказала, претензий абсолютно к нему нет, к этому мужчине. Пусть долго, но качественно, конкретно мы ему уже доверяем. Он вообще очень нам нравится, как он работает. В общем-то, вот такие вот, девочки, дела. Смотрите, понаблюдайте за кошечкой, за моей Белочкой. Она первый день шугалась от мастера. Сегодня она уже более-менее возле него тусуется. Даже заглядывает, как он это все делал. То есть это под ногами путается. В общем-то, Белка привыкла к нему. Ну все, доделали нам двери. Такая красота, лепота. Единственный минус, что здесь у нас задвижка получается только в одной стороны, это с детской. Вот. Что-то как-то вот этот момент мы не рассчитали. А так все хорошо. Все идеально. Такая же самая дверь, идентичная, как на кухне. Даже ручка такая же. Вот. Вот ее закрыть. И кухонную закрыть. И будет прям все по фэншую. Хоп. И хоп. Только что эта дверь туда открывается, а кухонная дверь открывается в зал. Ну и здесь сделали облагораживание дверного проема. Здесь просто вот так вот. Ну, с двух сторон. Все хорошо, тоже все ровненько, все идеальненько. Со стороны прихожей вот так. Все. Все, с дверями все, слава богу, закончили, решили, оплатили. Теперь вот нужно вот это все сдирать, все менять, а потом уже делать генеральную уборку в зале. Тут и потолок весь в пыли, и люстра опять в пыли. Ну, картины все тоже все в пыли. Палас мы убрали. Пока на балконе лежит. Вытрясем на снегу позже вечером. Тут Белка с конфеткой играется. Ей сейчас кайфово, пока паласа нет. Конфетка скользит, и она сама катается на линолеуме. Скользко, хорошо ей играть. Все, в кухню закатила, кулема. Иди, доставай свою конфетку. Вот, так что пока мы без паласа поживем. Ну, в принципе, в квартире-то не холодно. У всех, в принципе, тапочки есть, поэтому зубах несет конфету. Ну-ка, Белка, дай мне. О, у нее ждут две. У нас ни одной, у нее две. На. Футболистка. Так что вот так. Палас стелить не будем. Может быть, на днях начнем бомбить зал. Поклейкой обоев. Сдирать пока обои будем. Посмотрим. Эти наличники, они очень легко снимаются, поэтому вообще не проблема, чтобы их снять. Когда будем уже клеить обои, они прям легко. Но они не сказать, что прям слабо держатся, нет, но они легко вынимаются. То есть там замочки специальные, можно хорошо, легко снять их. Вот такой, девочки, нам дали накладную, счет за номером. Вот 17 января, ну, конечно, ставили намного позже. Здесь все было вот так вот расписано. Цвет наш называется вяз дымчатый. Все-все-все расписано, что сколько стоит. Вот так вот. И итого сумма. Вот эту сумму мы заплатили за, получается, одну комнатную дверь, межкомнатную дверь. И плюс одно облагораживание дверного проема. То есть... Все-все-все. Вот ручка такая же у нас, как и на кухне. Черный никель, хром. Защелка, в общем-то. Ну, это еще дверь получилась у нас с задвижкой. На кухне задвижки нет. Вот, сюда даже вошла и пена монтажная, и установка так с добором. Это деньги мастера, который будет работал с нами. И облагораживание проема. Вот, облагораживание 1700 стоит. Работа мастера 1900. Пеномонтаж на 652 флакона ушло. Петли бабочки 400 рублей. В общем-то, все-все-все расписано. Все
доступно и понятно. В общем-то, все. Двери у нас, слава богу, дождались. Закончилась эта вся пылюка, грязюка. Но теперь другая будет. Ну, теперь, девочки, двери все поставили, проем облагородили. Теперь другая пылюка, замена обоев. Не знаю, тоже в ближайшее время нужно этим заняться. Мама говорит, я приехала тебе помочь, и все, никак у нас не получается. Пока мама здесь с сестрой, хотят помочь мне поклеить обои. Обои в этот раз я буду брать, ну, планирую, по крайней мере, брать метровые. Вот. Нужно это в зале все ободрать, все приготовить. И уже покупать обои и клеить. Кстати, уже позвонили, уже диван наш на днях привезут. Так что еще и диван привезут. В общем-то, у меня, как всегда, у меня весь ремонт в основе длится, почему-то вот делается зимой. А летом, честно сказать, мне не хочется вообще ремонтом заниматься. Хочется отдыхать, в отпуске куда-то уехать там. Ну, куда? К родителям, да? Казахстан. В общем-то, делать ничего не хочется в плане ремонта. А зимой вот что делать? Вот и занимаемся. Стены громим, да, двери стучим. Так вот и получается. Так что дверями мы довольны. Дверным проемом очень так довольны. И Ваня говорит, все так аккуратненько, все так прям тютелька в тютельку, все ровненько, все замечательно, все хорошо. Все, с дверями закончили. Как я уже говорила, генеральную уборку в зале сейчас не вижу смысла делать. Так как прям вот в ближайшее прям будущее, в ближайшее время мы планируем заняться поклейкой обоев. Так что вот так вот. Ну, на этом буду сегодняшнее свое видео такое вот заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что кто досмотрел это видео до конца. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте прожимать колокольчик. Всем пока-пока. Всего доброго. Всего хорошего. До встречи!